Вы только посмотрите, какой классный комплект для уборки купила в магазине «Светофор» всего за 714 рублей. В комплект входит ведро с отжимом и швабра с насадкой из микрофибры. В комплекте идет две насадки. Насадки крепятся на специальные липучки, ручка собирается и общая длина ручки 120 см, а объем ведра 3,5 литра. Нижняя часть швабры к ручке крепится специальным клапаном. И хочу заметить, у этого ведра есть мягкие заглушки, не забудьте их поставить перед тем, как наливать воду в ведро. Теперь наливаем воду в ведро в тот отсек, где расположены зубчики. Там швабра полощется, а рядышком в отсеке отжимается. И теперь тестируем. Я добавила на пол кетчуп и посмотрим, как швабра справится с этой грязью. За раз швабра идеально убрала, а со второго раза почистила остатки, которые остались на полу. За такие смешные деньги швабра мне очень понравилась, а еще с помощью мягких заглушек удобно сливать воду из ведра.